Проблемы и перспективы устойчивого развития России в глобальном измерении. Научно-практическая конференция под таким непростым названием провел Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Что ж, название сложное, а смысл очень простой. Подробности прямо сейчас. Над проблемами развития страны в формате конференции здесь задумываются уже в пятый раз. Среди тем проблемы работы органов власти, местного самоуправления, мотивация трудоуправленцев, финансовая и социально-экономическая политика страны. Официально конференция носит статус всероссийской. На деле же ее горизонты значительно шире. Конференция очень интересная, содержательная, юбилейная. И мы очень рады, что эта конференция сегодня практически имеет статус международный, потому что участвует у нас гости из ближнего и дальнего зарубежья, Украины, Белоруссии, Германии, Швеции. Тем, кто приехать не смог, но поучаствовать очень хотел, на помощь пришли новые технологии. Представители Швеции воспользовались скайпом. Разные регионы накапливают свой опыт в трансформации образовательных структур, экономических систем. И обмен, общее осмысление и продвижение, интеграция этих структур, она всегда идет только на пользу. Как говорил Бернард Шоу, если у меня есть яблоко, и у тебя есть яблоко, и мы обменялись, то у каждого осталось по одному яблоку. Но если у тебя есть мысль, и у меня есть мысль, и мы ими обменялись, у каждого будет по две. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.